Всем привет, дорогие друзья! На ваших экранах The Room 4 Old Science. И мы все еще на кухне. И сюда. Я просто вспомнил, что сюда можно поставить, но. Видно, пока. А, нет, все-таки смотри-ка, вода уходит. И куда же она идет? О, и это все теперь наверх идет. Отлично, отлично. Просто идеально. Смотрите как. Это как раз у нас сюда, да, идет. Смотрите, какие мы с вами молодцы, ребята. Ну. Так, здесь что-то надо поставить, как я понял. Ну что? Так, а вот с этим надо подзапариться. Что надо тут делать? Вот это я без понятия. Вообще что-то не врубаюсь. Странный эмалённый фрагмент. Да, странный. Так, подсказка есть, отлично. В левой части рабочего кабинета находится латунная сфера с торчащими из нее трубками. Кажется, при вращении она перемещает механизм вправо. Сейчас подождем, дадут нам вторую подсказку. Давай, я в тебя верю. Я могу использовать ручку под сферой для того, чтобы включить или выключить подачу пара. Сферы тоже могут вращаться. Так вот. Выпускные трубы на сфере тоже могут вращаться. Не, ну это-то понятно. Понятно, понятно. Давайте ждем третью подсказку. Потому что, по сути, это-то понятно. А вот что делать с последней вот этой сферой большой? Вот это вопрос. Чего-то не хватает. Ну вот что, вот этого я не знаю. Как бы вот это может куда-то надо поставить, и я получу то, что мне надо. Но куда это ставить, вообще без понятия.
Вот, появилось. Необходимо повернуть выпускные патрубки на сфере таким образом, чтобы они указывали в одном направлении, а затем подать. А, я понял. Все. Что до этого я сразу не допер. Ну ладно, как бы и так справляемся отлично. А, в другую просто сторону, понял. Теперь она пойдет в ту степь, куда нам надо, куда мы изначально все хотели пойти. Но столько пришлось поделать в этом кукольном домике. Вроде бы. Ну все, как бы здесь мы закончили. С этой комнатой это явно. Все. Комната, все. И сейчас глава закончится, да? А, нет, смотри-ка. Минусом ушла. Так, рабочий кабинет пройден. Комната битком набита навязанными идеями. Кабинет может стать убежищем либо тюрьмой. Мне удалось вырваться из его оков, но моя задача все еще не выполнена. Сломай печать, найди нуль. Продолжить, да, давайте. Так, хорошо. Это что у нас? О! Прям ты мне и нужна, прикинь. А в чем прикол? Как-то надо глаз сюда засунуть. Я так я не понял, что делать. Не, как бы понятно, что глаз надо сюда засунуть, но вот как?
А подсказка сегодня будет или что? Просто как бы это понятно, что с этим что-то надо сделать. Я вот не врубаюсь. Можешь, пожалуйста, подсказку? Играю. Вот сейчас тут жестко нужна эта подсказка. Серьезно, игра. Ну, давай. Я в тебя верю. Подождите-ка, может этому надо поставить глаз? Ну да. Да понятно. А, вот кому надо было это все время поставить. Она тупо валялась у меня без дела. Ну хорошо, мы поставили. Избавились от груза. Понятно. Но это, по-моему, я понял, куда вставлять. Это я вот видел, вот сюда, походу. Ага. Где-то я вот N видел. Ага. И последний как раз. Слышал, слышал. Где-то открылось, блядь. Рядом, вот прям. Так. В смысле, это где-то рядом. Это совсем рядом, где-то вот в этих местах. А. Ну, я слепой просто. Так, ну все. Получается, новая локация открыта у нас. Будем разбираться в ней.
придумал такую систему, объясните мне, пожалуйста. Так. Теперь вниз. Ладно, сейчас разберемся с ней. Посмотрим, что здесь можно сделать. Снаряда не то, как я понял, да? Ладно, немножечко вернемся. И давайте посмотрим все же, что у нас вот здесь есть. А это что? А, искусственное сердце. Ну, пойдемте, я поставлю куда надо это искусственное сердце сразу же. А. Сразу же. А нет, вот. А в чем прикол? Ну, все правильно. Подожди-ка. Это должна сюда смотреть. Так, вот так вот. Так, так, так. А, я понял свою ошибочку. Последние две неправильно поставил. Да. Вот эта система. Так, а что надо сделать-то? Подсказки даже никакой нету. Может, со временем что-то где-то? Ладно. Будем разбираться, что здесь у нас. Хватает, да? Так, почитаем. Я на ощупь чувствую, что это письмо не такое, как другие. Бесконечные требования показать результаты не имели веса. Это письмо оттягивает мне
мне руку своей ужасной, зловещей тяжестью. Его содержимое вываливается на мой стол. Подробные заметки, эскизы моего аппарата. В том, кто автор этих записей, нет сомнений. Предавшую меня жену выдает ее же почерк. Бедная, наивная Абигейл, неужели ты и вправду думала, что совет ничего не узнает? Теперь я у них в руках. Больше не может быть никаких проволочек. Так, посмотрим. Электричества вообще нету. Так, на задней стороне ящика для ценных. В Москве есть небольшое окошечко, но оно грязное. Да, и что? Что ты хочешь играть от меня? Так, тут не хватает. Так, если я протру это маленькое окошечко начисто, я смогу уже смотреть его механизм. А, да ладно, а чё так? А чё вы сразу-то не сказали? Есть. Что дальше? Пропеллер какой-то. Да что ли? Куда его можно поставить? Не, он как бы сюда он прям подходит идеально. Но что-то не хочет. Да, может. Да. И зам откройся. Блин, там такой фигурка, короче, из волчонка. Там у Дерека Хейла было на спине, просто я помню. Такой же закругленное. Там обозначалось это альфа, бета, омега. Как бы вот так вот. Так.
И что это у нас? Ладно, пойдемте пока выйдем, поставим кое-что сюда. Вот, вот этот рисуночек. Похоже, она застряла, да? А, я теперь понял, зачем. Это еще сломается, смотрите. А посмотрим, какие там координаты, возможно, напишут. Сейчас я запишу заодно. Так, я натыкаюсь на Эдварда в отцовской комнате диковинок. И его присутствие для меня как снять, камни утреннего солнца. Чего? Я боялась, что он никогда уже не выйдет из своего кабинета. В руках его я вижу страницы. Скомканные, разорванные страницы с моим почерком. Я пытаюсь объясниться, но он смотрит прямо сквозь меня. Я предупреждаю его, умоляю его, но он меня не слышит. Говорит, что я предала его, что я обрекла нас обоих. Уничтожила его работу и наши жизни. Теперь я чувствую в нем то бесчинство, тот порог, который я ощущала возле двери рабочего кабинета. Я понимаю, что моего Эдварда уже не спасти, что нам уже никто не поможет. У меня не осталось выбора. Так, потом, значит, сюда вернемся. Разве не сюда это? А, ну да, сюда повыше только. Что-то я слышу на 60 и 80. Не знаю, попробуем поставить 60 здесь, а 80, а 80 тут. Нет, получается 60 тут, 80 тут. Не понял.
Так, ладно. Посмотрим, что говорит наша... Может, что-то изменится? Настроили вроде бы как. Так. Н. 5. Теперь также только на 60, которые. Не, как бы мы можем просто тупо наугад уже сейчас попробовать. Но давайте не будем слишком уж париться над этим. Так перемещались. Понял. Сейчас все пробуем. Так что здесь только, да? Хорошо. И... Но... Все. Там что-то еще не говорят, но что-то прислушиваться не хочется особенно. Главная координата у нас. И давайте пойдем по этим координатам. Что же получится из этого? Так. N5. Вот он. И W85. Ну да, все.
как-то не особо удобно. Не знаю, я просто наверх поплыву, может что-то произойдет. Вроде бы как-то приближаемся, но что-то как-то не особо мне верится в это. А, все. Ну, максимально. А что мы тут ищем вообще? Вот у меня вопрос. Ага. Готово. Тонувший корабль. Весело. Меня прям выкидывает отсюда. А, во, открылось. И что же достанет оно? Надо все-таки с этой фигуркой как-то разобраться, да? А, медальон мне надо взять. И все, получается, она закроется. Но это я знаю, куда поставить. Это я уже давно приметил, это вот сюда. Так. Вот и все. Каждый можно повернуть это все.
А что-то они не поворачиваются. Сначала тут надо. Здорово. Может, дальше вот этот? Где подсказка? Так. Да я не понял. Я реально, ну, не врубаюсь. И знаете что, ребят, давайте это оставим уже. А, ну тут сейчас. Похоже, я могу поворачивать глаз на календаре в комнате диковинок. Расположенная под ним стрелка указывает на какой из колпаков он направляет. Ну сейчас доделаем вот эти три подсказки и будем потихоньку уже заканчивать. Так, переходим. С помощью своего окуляра я обнаруживаю вращающие стрелки внутри колпаков календарбра. Глаз смотрит направо либо налево, в зависимости от того, на какую. А! Все. Туда. Ну да, я все правильно делаю. Этот сюда надо. Так. Все. Ну, не сразу допер, но хотя бы понял, что как делать. Так, сейчас забираем вот это, открываем его и, я думаю, заканчиваем. А, ну все, сейчас как раз и глава закончится. Все, минус тоже комната. И глава вот тут сейчас покажется.
Сколько я смотрю, сколько этих меток, столько и как раз еще комнат будет уничтожено. Это получается еще 6 комнат, надо будет рассмотреть. Комната Довинок пройдена. Тьма всегда будет тьмой, куда бы она ни тянула свои щупальца. Комната закрыта, но неплотно. Вот истинное подтверждение того, что любопытство может нести гибель. Так, хорошо. Давайте быстренько откроем. Ну ладно, давайте будем разбираться дальше уже в следующей серии. А пока у меня на этом все. Я благодарю всех, кто посмотрел. Всем удачи и до скорой встречи.